Александр Кириллов, житель поселка Лапичево, рассказывает, эти лавочки он строил сам. Сам же мастерил урны. Так что теперь этот сквер памяти для него особое место. На старых фотографиях дедушка и бабушка Александра Васильевича Кириллова, участники войны и труженики тыла. С первых дней Митрофан Михайлович ушел на фронт, воевал в Румынии, там и попал в плен. Там они как и как батраками были, их румыны к себе забирали. На день они работали, на ночь снова в казармы отправляли. Вот один раз он попытался сбежать, поймали и избили сильно, и чуть не расстреляли. Из плена в 45-м Митрофана Михайловича освободили советские войска. Дома его встречала бабушка Александра Денисовна. Уже потом она рассказывала, как выхаживала сбитого советского летчика. Теперь эти истории – история жителей поселка Лапичево. В честь героев той войны при въезде в поселок местные жители на спонсорские средства построили небольшой сквер. Так как в нашем поселке нет таких мест, где мы могли бы собраться, просто пообщаться. А теперь у нас такое место появилось. Люди, конечно, очень довольны, очень счастливы, что вот своими силами, во-первых, когда человек делает сам, чувствуешь сопричастность все-таки к судьбе, к развитию своей малой родины. Комитет территориального общественного управления выиграл грант в городском конкурсе «Город друзей. Город идей». В результате администрация города Кемерово выделила жителям 42 тысячи рублей на строительство сквера. Еще 28 тысяч вложили в строительство сами жители. Особенно много сил вложили родственники и сами участники войны и труженики тыла. Такие, как Вера Ивановна Забарова. В годы войны она работала в колхозе, вспоминает, как собирали гнилую картошку, которая не ушла на фронт, и пекли ее на печи. И, конечно, ждали своих фронтовиков. С нашего поселка вернулись только двое, остальные все погибли. Вот, два человека. Дядя Вася Полин и Федоров. И все, остальные все погибли. Теперь в Лапичево есть свой сквер военной памяти. Каждый герой поселка увековечен на этих фотографиях. Их подвиги по-прежнему живут в сердцах селян. Ведь они – его самая героическая история. Антон Новачев, Кирилл Попов, новости моего города.